греческая мифология, введение в мифологию и происхождение человека в греческой мифологии. Здравствуйте, в этом видео вы увидите краткий контекст греческой мифологии и ее персонажей, который позволит вам более глубоко и широко понять следующие видео, в которых каждый из аспектов, кратко объясненных в этом видео, будет рассмотрен более подробно. Человека на протяжении всей истории можно определить как символическое существо по своей природе, и именно в области символизма проявляется способность строить концепции, способные выйти за пределы собственного физического существования, чтобы таким образом предположить существование параллельного и взаимодействующего нематериального мира, который благодаря использованию разума и интеллекта служит платформой, где можно найти ответы и объяснения окружающей Вселенной. Таким образом, мифология, как идеальное пространство для объяснения сверхъестественного, присутствовала и продолжает присутствовать в воображаемом, как индивидуальном, так и коллективном, всех культур. Мифы, как и мифологические существа, дают ответы на самые глубокие вопросы людей о тайнах их собственного существования и их роли во Вселенной как мыслящих живых существ. Все человеческие группы с доисторических времен развивали различные уровни объяснения природных явлений, свидетелями которых они были, в тесной связи между известным им миром вещей, животных, проявлений природы и коллективными воспоминаниями, передаваемыми из поколения в поколение с воображаемым миром, наделяя их посредством речи способностью воспроизводить себя, перемещаться во времени и порождать добро или зло через прямое или косвенное вмешательство сверхъестественных существ. Похожих на людей, хотя и обладающих более высокими навыками и способностями, но в высшей степени теми же достоинствами и недостатками, а также магическими способностями. Что касается мифологического развития греков, важно отметить, что оно не является радикально новым или отличным от того, что было раньше, и не является более оригинальным, чем предшествующие мифологические подмостки, разработанные другими культурами. В своем мифологическом понимании греки искали объяснение природным явлениям, происходящим ежедневно, таким как молния, бури, ночь, луна, а также смыслу своего существования, смерти и загробной жизни. Именно эти вопросы они пытались разрешить с помощью своей мифологии. Греческая мифическая структура основана на систематизации устной традиции Гомером и Гесиодом примерно в 12 веке до нашей эры. Особенностью этой мифологической конструкции является то, что она развивается в сложной схеме взаимоотношений, в которой сами боги соотносятся друг с другом, но также и с людьми, в сценарии, способном объяснить целое и все, что происходит в мире. Давайте начнем с происхождения мира и человечества. Происхождение мира, земли, неба, океанов, небесных тел, в частности солнца, луны и так далее. Как и обстоятельства, связанные с жизнью человека, они были первыми и главными вопросами, требующими объяснения. Простое наблюдение за существованием порядка, наделенного определенной логикой в определенных закономерностях природы, привело к возникновению противоположной идеи, то есть к предыдущему существованию хаоса как принципа. Речь идет о первобытном состоянии, неограниченном пространстве, где материя находится в инертном и полностью дезорганизованном состоянии. В этом смысле видение Гесиода предполагало, что оно может представлять материю без формы и бесконечное пространство. Это была первозданная пустота, из которой было создано все, включая Вселенную и греческих богов. Согласно Гесиоду, хаос также был далеким, подземным и тенистым местом. Из хаоса возникли Гея, как вечная и непоколебимая основа всего сущего, богиня Земли, и Эрос, принц любви и созидания, символ силы притяжения, объединяющий элементы для зарождения жизни. В генезисе греческой мифологии, вопреки древнееврейской концепции Библии, творение является не результатом воли одного высшего бога, а объединением всех существ под влиянием любви, представленной в Эросе. Без помощи мужчины Гея родила Урана, звездное небо, обитель бессмертных, который оплодотворил ее. Таким образом, Уран был сыном и мужем Геи, матери Земли. От этого союза родились первые титаны, о которых мы расскажем ниже. Океанус, он был титаном океана и всех водоемов с соленой водой. Ститис, он был отцом океанид, 3000 морских нимф. Титис, богиня воды, особенно пресной. Сеус или Полюс, представлял звезды, особенно северную звезду. С Фиби у нее были Астерия, Лето или Ланта. Крил, с Титанидой и Врибией у него родились Перс, Паллас и Астрия. Он был известен как бог стада. Гиперион, он олицетворял свет зари и был богом наблюдения. Иопет, отец Прометея, Атласа, Минетия и Эпиметея. Тией, богиня зрения. Рея, богиня плодородия и материнства.
Вместе с Кроносом она родила нескольких олимпийских богов. Фемида представляла справедливость и порядок. Мнемозина. Она олицетворяла память, вместе с Зевсом у нее были музы. Хронос олицетворял время. Он был главным и самым молодым титаном первого поколения, свергнув своего отца Урана и кастрировав его. Он был представлен с серпом. Он был отцом Зевса, Деметры, Геры, Посейдона, Аида и Гестии. Чтобы подробнее узнать об этих персонажах, титанах первого и второго поколения и титанидах греческой мифологии, посмотрите видеоролики на моем канале. Вам понравится! После рождения Кроноса Гея и Уран постановили, что титаны больше не будут рождаться, поэтому появились циклопы, одноглазые существа, а также гекатанхиры или сантиманы, наделенные огромным телом с 50 головами и сотней рук, настоящие демоны тьмы, которые вступают в бой со своим отцом Ураном, который бросает их в недра земли. Тогда Гея, разгневанная жестокими действиями Урана против ее детей, обращается за помощью к своему сыну Кроносу, который может положить конец правлению Урана. Кронос, согласно Гесиоду, был самым младшим и самым извращенным, самым ужасным из сыновей Геи, который в ответ на жалобы своей матери Геи кастрировал своего отца и стал правителем богов со своей сестрой и женой Реи в качестве супруги и другими титанами в качестве его двора. Рея была божеством пещер и гор, стен и крепостей, природы и животных. Греческая традиция обычно утверждает, что в результате этой кастрации Афродита вышла из моря, после того как яички ее отца упали в океан. Из хаоса также возник Эребус, первобытный бог и олицетворение тьмы и тени, заполнивший все закоулки мира, а также Никс, богиня ночи. Никс, ночь, со своим братом Эребусом, тьмой, зачали пару первобытных богов, Эфира, чистую яркость и светимость, и Гимеру, олицетворявшую день. Гея и ее потомки также породили огромное количество божеств, олицетворяющих многочисленные природные силы, среди которых Танатос, смерть. Гипноз, сон и сновидение. Немезида, месть, старость, раздор, мошенничество. А также многие другие аллегории, которые будут подробно рассмотрены в следующих видео на этом канале. Кронос соединяется со своей сестрой Реей и рождает Геру, которая является женой и сестрой Зевса, известной своим жестоким и мстительным характером, в основном против любовниц и потомства Зевса, а также против смертных, с которыми она сталкивалась. В древнегреческих мифах царство Аида, туманная и мрачная обитель мертвых, также называемая Эребусом, в которую попадали все смертные. Посейдон, в греческой мифологии, бог морей, возбудитель земли и землетрясений. В своем благотворном аспекте Посейдон был задуман как создатель новых островов и спокойных морей. Когда его гневали или игнорировали, он раскалывал землю своим трезубцем и вызывал наводнения, землетрясения, потопления и кораблекрушения. Зевс – царь богов и людей, который правит богами на Олимпе, как отец семьей. Он бог неба и грома, а значит, и энергии. Он известен своими многочисленными романами и любовницами, плодом которых стали многие божества и герои, в том числе. Афина – богиня войны, цивилизации, мудрости, разума, интеллекта, стратегии в бою, победы, наук, ремесел, промышленности, изобретений, искусств, ремесел, навигации, героев, силы, мужества, защиты, города-государства, образования, справедливости, закона и мастерства. Аполлон – бог искусств, лука и стрел, который угрожал или защищал с небес, отождествляясь со светом истины. Он – бог внезапной смерти, чумы и болезней, но также бог исцеления и защиты от злых сил. Он также является богом красоты, совершенства, гармонии, равновесия и разума, инициатором перехода молодых во взрослый мир, покровителем пастухов, моряков и лучников. Артемида – греческая богиня охоты, диких животных, девственной земли, рождения, девственности и девиц, которая приносила и облегчала женские болезни. Гермес – бог вестников, бог границ и путешественников, пересекающих их, остроумия и торговли в целом, хитрости, воров и лжецов, а также тот, кто направляет души в подземный мир, Аид, и является также изобретателем огня. Персефона – богиня плодородия и плодовитости земли, она считается царицей подземного мира. Наиболее известная теория гласит, что Аид похитил Персефону и унес ее в подземный мир, где сделал своей царицей. По другой версии, Зевс дал свое согласие на проведение свадьбы, так как не хотел конфликта с Аидом. Дионис – бог плодородия и вина, он был вдохновителем ритуального безумия и экстаза.
Персей, герой греческой мифологии, сын Зевса и Данаи, принцессы Аргоса, что делает его полубогом? Он – великий герой, который положил конец жизни страшной медузы и использовал ее голову, чтобы превратить своих врагов в камень. Геракл – герой греческой мифологии, сын Зевса и Алкмены, смертной царицы, самый знаменитый из греческих героев, прообраз мужественности и предводитель Олимпийского ордена против китоновых чудовищ. Его необычайная сила является главным из его качеств, но также и мужество, гордость и мужественность. Он считается предком царей Спарты. Термин «китонический» относится к богам или духам подземного мира, в отличие от небесных божеств. Елена, известная как Елена Троянская или Елена Спарта, персонаж греческой мифологии, чье имя означает «огненное пламя» или «факел». Она считалась дочерью Зевса, и многие герои стремились к ней из-за ее великой красоты. Она была соблазнена или похищена Парисом, принцем Трои, что привело к Троянской войне. Минос, царь Крита, он был сыном Зевса. Несмотря на блестящую карьеру в загробном мире в качестве судьи судьбы проклятых душ, он отверг богов после того, как они подали ему знак за право стать царем Крита, в частности, проигнорировав пожелание Посейдона, решив не приносить в жертву внушительного белого быка, появившегося из моря. Это так разгневало Посейдона, что он заставил жену Миноса, Пасифаю, влюбиться в быка, и от ее последующего соития с быком родился Минотавр. Музы, в греческой мифологии музы, были женскими божествами и управляли различными видами поэзии и музыки, а также искусствами и науками. Муз было 9, они родились в результате 9 ночей любви Зевса и Мнемосины, одной из Титанит. Поэтому эти музы являются внучками таких богов, как Уран и Гея. Нимфы, нимфы в греческой мифологии называются второстепенными божествами природы, они обитают в воздухе, в лесу и в воде, они дочери Зевса, их можно просить, но их можно и бояться, характеризуются ангельской грацией, они олицетворяют плодородие и жизнь, кроме того, именно они занимались воспитанием людей, животных и детей богов. Эти волшебные существа исцеляли раненых людей, растения и животных, ласкали их, были добрыми, умными и излучали радость и любовь. Чтобы узнать больше о каждом из этих персонажей, китоновых чудовищах, музах и нимфах греческой мифологии, посмотрите видео на моем канале. Вам понравится! После того, как мы в очень обобщенном виде увидели потомков Геи, давайте продолжим рассказ. Кронос боялся, что его дети могут угрожать его царству и свергнуть его с престола так же, как это произошло с его отцом Ураном. Поэтому он решил пожрать своих детей, однако его матери Рее удается спасти Зевса, воспользовавшись ночными тенями, она переносит его на остров Крит, на вершину горы Ида, где прячет его в глубине пещеры. Тем временем он преподносит Кроносу большой камень, как будто это его сын, который тот тут же без раздумий пожирает. Зевс растет в лесу, его сосед коза Амалтея. Став взрослым, он ищет своего отца Кроноса, которого заставляет извергнуть своих братьев и изгоняет его, бросая в глубины вселенной, в область под землей и морями, тем самым исполняя его страх быть свергнутым отцом. Впоследствии Зевс поселился на горе Олимп и вместе со своей сестрой Гера начал свое правление при дворе, состоящем из других его братьев и сестер и других богов. Однако он сталкивается с соперниками, такими как Титаны, другие сыновья Геи и Урана, которые обитают на горе Отрис. Титаны пытаются взобраться на гору Олимп, но они не в силах противостоять Зевсу, владеющему оружием молнии, которым он бросает их в пропасть Тартарии, где 300 огромных камней гарантируют, что они никогда не смогут выбраться, символизируя суровую территорию Греции. Наконец, Зевс также одерживает победу над своими последними противниками, Тифоном, демоном ураганов, и 4 гигантами, Энцелад, Гипербиес, Эфиальт и Полиботас, сыновья Геи и Урана, прикованные под Этной и другими вулканами, где они непрерывно стонут и трясутся, объясняя тем самым многочисленные подземные толчки в Греции и фумаролы вулканов. Именно таким образом порядок сменяет хаос, а дезорганизованные силы природы подчиняются высшему разуму. Зевс вылепил из глины фигуру Пандоры, первой женщины, которая была отдана богу Эпиметею, и от их союза родился род человеческий. Первое поколение людей жило в золотом веке, в котором они жили с богами, не испытывали тревог, усталости или боли, постоянно сохраняя бодрость тела без болезней старости, и они могли иметь обильную пищу, которую спонтанно предлагала земля. Они наслаждались полным счастьем, и хотя они были смертны, в отличие от богов, смерть приходила к ним, как сон.
Первые умершие люди были превращены Зевсом в благодетельных джиннов, которые наблюдали за живыми, следили за их поведением и вознаграждали за добродетели. Второе человеческое поколение, с другой стороны, жило в Серебряном веке, но оно сильно уступало первому. Они были ленивы и страдали от постоянной детской глупости. Но Прометей, сын одного из титанов, и тоже титан, похитил у Зевса огонь, который был предназначен исключительно для бессмертных, и дал его людям как эмблему бесконечного прогресса. Так люди покинули свою постоянную неподвижность, смогли выходить из пещер и защищаться от суровой зимы, выплавлять и ковать металлы, и таким образом начали путь своего постоянного совершенствования. За Серебряным веком последовал Бронзовый век, в котором люди, став сильными и жестокими существами, владеющими бронзовым оружием, отбросили богов и перестали их почитать. Разгневанный Зевс бросил Прометея на вершину Кавказа, где орел съел его печень и обрушил на человечество воды всемирного потопа. Все люди погибли, кроме Девкалиона, сына Прометея и его жены Пиры, который, когда воды отступили, завоевал прощение Зевса почестями и жертвоприношениями и добился помилования и воскрешения человеческого рода. За Бронзовым веком последовал Железный век, в котором мы находимся до сих пор, хотя люди по-прежнему рассчитывают на божественное пламя, данное им Прометеем, как на средство преодоления невзгод, благодаря которому однажды человеку удастся сравняться с богами и вернуть людей в Золотой век. Следующее видео – первобытные боги греческой мифологии. Вы будете в восторге! Для просмотра других видео по истории, мифологии, философии или искусству посетите мой канал в описании видео.